Привет, друзья. Сегодня я выехал на рыбалочку. Наконец-то вырвался. Вот. Сейчас где-то 7 часов утра. У нас 2 недели морозы. 2 дня ночью морозы. 2 дня тепло. Вот. Ну, карпик еще поклевывает. Поэтому, проведя опрос на канале «Рыбалка с карпятником», большинство проголосовало за фидер на карпа. И поэтому я выехал на рыбалочку половить на фидер именно карпика. Не большого огромного трофейного, а то, что будет клевать, небольшой. Вот. И сейчас стою, собираю фидер. Вот, если вы видите, такая вот дожди наконец-то пошли, первый раз хорошие. И всю ночь лил дождь, ну, потихонечку шел. А сейчас такой тут туманчик стоит, и такая взвесь, вот прям вот можно воздух хватать, и такая вода стоит. Вот, такое прекрасное утро. И я сейчас раскладываю снасти. Ну что, поехали. Так, у меня один фидер и один будет спиннинг. Так получилось, что один остался. Вот, и я буду ловить на снастку предельно простую. Для этого я использую кормушку, которая будет двигаться инлайн. Вот купил такой поводок, чтобы не заморачиваться. Это для кормушки. Они все продаются в магазинах, вроде бы недорого. Но его можно самому, конечно, связать. Здесь вопросов нет. Продеваю. Вот, и на ней будет 30-граммовая кормушка. Мне за глаза даже можно было поменьше взять. По причине того, что я буду ловить все-таки на пруду. И здесь нету сегодня ветра, то есть не надо ничего придумывать. Застежка прям маленькая, аккуратная, приходится повозиться. Но застежка очень аккуратная, поэтому пластиковые, может быть, железные нужно к этой застежечке. Вот. Не знаю, как будет работать. Первый раз эти тестирую поводки. Просто не хотелось долго монтировать на берегу. Купил готовые. Так что вот, продеваю. На горце я все-таки поставлю вертлюк. Но вертлюк очень маленький. Вообще нужно стопор поставить и сделать петлю. Но я не хочу, чтобы поводок крутил общую леску. Поэтому я вертлюги ставлю. Он будет маленький, аккуратный, ну и как вместо стопора. Когда рыбу ловишь, она вытаскиваешь, все равно она поводок крутит. Леска крутится, меня это раздражает. Ну и дальше будет поводок. У меня 0,2 леска, 6 размер, овнер. Я купил уже готовые поводки, ну, чтобы также не мучиться на берегу. Они, как сказали, продаются сразу в отдельных пакетиках, очень удобно. Быстро взял, собрал. Но все-таки на фидерной рыбалке, когда выезжаешь на ограниченное количество времени, не так много времени, чтобы повязать эти монтажи и все остальное. Только исходя из этого. Ну и вот здесь поводок. Сантиметров 50, наверное. И его на вертлюк уже поставлю. Можно, конечно, было потоньше взять леску, но я не думаю, что карп будет пугаться. Это же не плотва с лещом. И так как поводок был свернут, вот так упрямляю. Несколько раз. Ну вот, все, выпрямился. Все, весь монтаж. Сними колокольчик. Чего ж ты весь прут-то, блин?
Мужика клюнул, тащит с колокольчиком, весь пруд слышит. Кто-то радуется, кто-то смотрит, а кто-то ненавидит, наверное, кто не начал еще ловить. Мне лично по барабану. Лишь бы не мешал соседям. Так, второе, у меня, так как у меня тест на спиннинге маленький, вот я стал монтировать его. Я тоже смонтирую, но смонтирую вот на такой маленькой кормушке. Апельсин, кажется, называется. Поставлю ее инлайн. То есть я ставлю его на основную леску и делаю вот здесь стопор. И буду тот же самый использовать поводок, уже связанный. Не буду мудрить и свое что-то вязать. Вот, поставил второй поводок. Ну вот, вторая удочка есть. И сейчас приступлю к прикормочке. Итак, замешивать я буду на обычной фидере. Вот. Ну, то, что было под рукой, на карту купил, да и все. Так, что у нас здесь? Дунаев. Метод фидер. Или что-то фишмил. Высыплю по пачке. И вот у меня еще есть по пачке. Осталось супер свит какой-то. Смешаю две прикормки. И я наварил конопли. И у меня еще есть кукуруза. Когда варил коноплю, я слил воду. Вот. И поэтому слил я его в остатки. Здесь еще были цесели. Вот. И буду замешиваться не на прудовый, а вот как раз на конопляном соке. Она экструдированная, она будет пить еще воду. Ну вот, получилась такая фракция. Она вроде бы лепится и при нажатии распадается. Нормально. Еще чуть-чуть подсохнет. Надо будет доувлажнять. Мне кажется, конопля такой вот очень хороший стимулятор. И вот в такую тару отдельно солью воду. Она уже не нужна. О, раскрылась, как хорошо конопля. И буду в кормушку сбивать. И банка кукурузы. Вот красная цена. В Пятерочке самая дешевая. Такой вот натюрморт получился. И, в принципе, я уже готов. Мне единственное, что я поспешил, сейчас другое удилище возьму, грузик прицеплю, пройдусь, найду какую-нибудь бровочку, вот одну на бровку кину, а другую буду поисковую искать. Сейчас надо карпик все-таки искать. Прилюсь с точкой и закормлюсь. Вот такие нежные поклевки. О. Ну что, ребят, первая поклевочка. У меня очень мягкий фидер. Смотрите, как гнет. Сейчас паровозить будет. О! 100 лет не слышал звук фрикциона. Ну как бы не 100 лет, уже 1.5 месяца, наверное. Опа! Сейчас вытащу. Ну, наконец-то. Хоть что-то. Ну что, первый есть. Классно. Первый карпик есть. Он такая, ну, докилошка. Но на фидер
Классно. Начало есть. Ну что, начало положено. Посмотрим, сколько наловим. Смотрите, сразу две клюет. О, одна уже все, откинулась. И вторая тоже клевала. Во. Во-во-во-во, видите, две клюет. Гляньте, одновременно. Классно же, две когда клюет. Ну что, вытаскиваем. Ну что, еще одна поклевочка. К руслу идет. Ну, блин, удилище прям вообще сгинается. Главное, наверное, не размер сейчас, а главное, что она клюет. Ну что, о, так это карась, наверное, какой-то. Сазанчик маленький. Смотрите, ребят, червя любит. Червя сажаешь чистого, ловится. Вот такой горбатенький. Давай, друг, отцеплю тебя. Слушайте, ну он прям горбатый. Ну вот прям венгерский, сказал бы, если бы он был чешуйчатый, это зеркальным. Ну что, ребят, фидер разловил. Теперь вот спиннинг клюнул. О! Фрикцион работает, спиннинг гнется. Все классные эмоции. Он разматывает. Приятно. Погода немного устаканилась, но все равно пасмурно. Хорошо, что хоть дождь не идет. А вот туман, прям висела вода, как говорится в этом. Рассеялся потихонечку, а так можно было рукой воду поднимать вверх и мыть. Ну что, иди сюда. Вот она, поклевка, да? Давай, порежьте. Ну все, подсекать надо. Ребят, ну потихонечку точку раскормил. Карпик начал уже так более-менее подходить. Но какая-то странная особенность, что он клюет лучше на червя. Опарыш ему сажал, куруску. Да, он идет на него, но на червя бодрее клюет. Но это все связано с климатом, с изменением температуры воды, со всеми этими вещами. Карп становится хищником уже к зимнему периоду, когда лед становится. Ну давай, 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 давай. Очередной вот такой карпик. Гляньте, хвост красный, бодрый. Ну приятно же. Карп клюет вот именно животную насадку очень сильно, жадно. Он ее полностью заглотил. Придется оторвать и новый насадить. Не выдергивать уже кишки наружу. Ну и домой дай взять его. Потихонечку так поклевал, потихонечку. Во, начинает сопротивляться. Поехал фрикцион. Чуть-чуть убрать его. Давай, дружище, иди сюда. Ну вот червь с кукурузкой поставил, надеюсь, что побольше клюнет. Ну вот на червя идет лучше. Ну, блин, все равно приятно. Маленький ловится. Ну, приятно. Главное, чтобы клевало.
Ну вот стандартный он такой ловится, большой. Вот стандарт идет. Что, ребят, в очередной раз карп заглотил. То есть у меня уже два поводка ушло так. Вот ставлю третий. На маленький крючок не клюет. Ой, фу ты, наоборот. На большой крючок не хочет клевать, клюет именно на маленький. Но когда клюет на маленький, заглатывает жадно. Аж в живот туда уходит у него. О, у меня еще маленькая поклевочка какая-то, микро-микро потяжечка была. Тема хороша. Вот это монтаж, чтобы был сквозной. Вы каждое шевеление видите. Даже плотва клевал, я видел. Оп, есть. Да. Сейчас вытащу, посмотрю, что там. Ничего нету. Ушел, значит. Изо рта вытащил я у него все. Да, вот все склевало. Ну, перенасажу сразу. Как-то вот закинешь, чуть-чуть постоит, потом он подходит там здесь. Потом закинешь, постоит, чуть подходит там здесь. Ну, такая волнами. Корм все равно влияет. Он как раз на корм подходит. И... Не знаю, конечно, но я вот обязательно сейчас червем насаживаю. Хотя предпочтение как может измениться. Завтра там опарыш там. Но вот почему-то лучше на червя начал клевать. И сейчас, чтобы отпугнуть его, с одной стороны привлечь, я насаживаю червя. А поверх уже кукурузинку. Вот. Все это для того, чтобы... более крупную здесь вот видели, да, малыши начали ловиться, не хочется их ловить. И вот в серединку кукурузы с коноплей забиваю, а по бокам вот кормушку забиваю вот с эпохой. И хорошо работает, быстро освобождается кормушка. С той стороны ребята тоже ловят. Прям там целая семья, прям так бойко. Даже больше, чем я ловлю. Но это правильно. Я приехал не за рыбой, а за удовольствием. Вот. И ребята с удовольствием ловят. Молодцы просто. Так, вот такие ребята, они там постоянно бегают, кричат, неси подсак. У них там донок, видать, много. А сейчас же холодное как? Чем больше удилишь, тем больше места ты закинешь. И карп где-то ходит. Он не держится практически сильно-то на точке. Вот. Он меньше ходит, и вот его надо искать. И у них чаще поклевки. Молодцы, ребята. Просто молодцы. Чем хорош фидер, в отличие от карпа, можно не вставать сильно. И не париться. Закормился и ловишь с точки. Я ловлю в клипсу. Бешеных провозов я не ожидаю, которые там клипсы могут сорвать леску. Это все-таки фидерная ловля небольшого карпа поздней осенью. И, кстати, сегодня 31 октября. Завтра 1 ноября. Вот. Ну, чтобы вы понимали, в какое время ловлю. И... Также, только я наоборот сейчас насажу вначале кукурузинку, а потом уже червячка. Или опарыш. Нет, давайте проэкспериментируем. Может, на опарыш клюнет. Рыба особо нам не нужна. Просто интересно выяснить ее предпочтения и как она клюет. Красненький, беленький опарыш и кукурузинка. Thank you.
Ну что, ожидаем поклевочки. Хорошо гнет. О, фрикцион работает. Слушайте, на таких малышей просто. Я не знаю, что себе. На кукурузу. А, так это. А, смотрите, какой черный. Черный какой-то, невозможно. Сейчас покажу вам. Хорошо, что не заглотил полностью. Сейчас и выпущу. Опа. Смотрите, ребят, какой черный. Небольшой, но вот окрас сам. О. О. Черный. Говорит вам привет. Привет, подписчики. Приезжайте ловить карпа. Ребят, ну, это рыбалка для удовольствия. Неважно, какая клюет размер для меня. Это такая, как говорится, любительская, приятная разрядка после рабочей недели. И в камыш заруливает. Поклевочка. Ребят, смотрите, как бодренько. Специально для вас. Не тороплюсь уваживать, снимаю. Ох ты, сейчас надо вытаскивать. Ребят, карп продолжает радовать поклевкой. Вот чуть. Там 10-15 минут и поклевочка. Перерыв, поклевочка. Чтобы побольше, я пытаюсь вначале надеть наживку, а потом уже кукурузинку сверху, чтобы отбить его. Ох ты! Ну вообще удовольствие. Вот он. Степляется. Борется. На фидер это вообще чувствуется. О. Вот он. Давай, давай. Ну, неплохой. До килограмма. Вот такой красивый карпик сейчас полавливает. И прям за губу, за губу. Хорошо, что не заглотил. А то проблемы были потом вытаскивать все это. Вот. Не знаю, душу отвести после рабочей недели. Мне кажется, классно. Клюет, бойко, хорошо. Что еще нужно? Что, клюет потихонечку. Вообще цели наловить огромное количество рыбы никогда не стояло, ни весной, ни осенью. Клюет, ловлю. Не клюет, сижу, жду. И для тех людей, кто пишет: зачем ты столько наловил? Ребят, ну рыбалка, удовольствие. Клюет, ловлю, не клюет, не ловлю. Опа. А мне пришлось долго перерыв. Простудился и долго не ловил. Ну давай, давай, давай. Поэтому сейчас в кайф рыбалка. О, карпик. А вот эта удочка уже клюнула на опарыш. Все, видите? Вот. Также убираю половинку, выдавливаю. И вот так тоже, как способ насадки. Вот так раз и все. И опариков тоже. Зарядим на опариков. Здесь наоборот вот сажаю, как всегда, опариков. Вначале кукурузку, потом опариков. Но я их штук 4 насажу, чтобы побольше было. Чтобы рот карпу радовался, когда жрет где-то. Вот. И кормушку. Вот на такую кормушку ловлю, 30-граммовая. В серединку кукуруза плюс вот
конопля. И вот здесь забиваю с двух сторон. Вот с двух сторон забиваю, чтобы она долетела. То есть она долетит, ударится и быстро же выдаст все из себя, вся кормушку. У меня стоит одно удилище, флетметная кормушка. Корм тот же самый, но я поставил пелец и бойл. Пелец Red Halibut и сверху поп-ап Toxic Carlic. Пока молчит, вообще стоит час. Проверяй на бойлы, вообще будет клевать час или нет. Кидаю я всегда в клипсу. Ориентир у меня один, там деревцо небольшое. Кормлю питно. Ждем поклевку. Ну что, рыбка стала на корм. Уже так более-менее стабильно поклевывает. И уже комбинация там с опариком. Кукурузка бондюэль с опариком работает неплохо. Вот я сейчас тащу на нее. Ух ты, ух ты. О, да ты разматываешь. Ну надо же. Мощные карпы. Люблю. Иду, Ром не хочет его тащить. И он клюет прям. Вы смотрите. А вот тащу вот как раз на спиннинг. Блин, такие ощущения. Прям в руку бьет, он же легкий. О, ну неплохой, около килошки. Самое главное, чтобы не заглотил он полностью. Все это надоело вытаскивать у него изо рта. Ой. Ну что, давай, дружище. Вот видите, на червяка клюнул. Ну, червь этот еще жив. Да насаживаю обратно просто его. Убираю в бандельке вот такую половинку. Выдавливаю из нее серединку. И вот так. Может, неправильно, надо было наоборот насадить. Но мне нужно отбить. Сам здесь еще мельче есть карпик. Вот я помельче. Вот. И вот у меня на спинге стоит. Оп, есть.
Пока, ребят, карпик чуть-чуть пореже стал клевать. Есть время попить чай. Ну и вы, в принципе, присоединяйтесь. Горячий чай. Как раз в такие какие-то осенние холодные дни всегда согревает. Ну и хочу сказать вам, мои подписчики и все, кто смотрит меня, большое спасибо, что смотрите. Мой канал перешагнул 1 000 000 просмотров. Я стараюсь снимать видео для вас, но хочу, чтобы эти видео были больше не какие-то там, где вы что-то можете посмотреть, познавательные, а просто о рыбалке, просто мои рыболовные приключения для вас, чтобы вам интересно было скрасить вечер, посмотреть приятное видео о рыбалке. И также скажу вам, что в это непростое время хочу вам пожелать здоровья. Ребят, здоровья вам. Сейчас непростая ситуация, конечно. Поэтому здоровья, еще раз здоровья вам и вашим семьям. И пожелать вам, если у вас есть возможность, то иногда выбирайте, смотрите прогноз погоды. Сегодня плюс 8. И, в принципе, вода тоже плюс 8. Может быть, поэтому еще карпик пока клюет. И получайте приятные эмоции. Я понимаю, что это не трофейная рыбалка, а больше темповая фидерная. И мне нравится все равно. Я свою дозу положительных эмоций получил. Мне очень нравится после долгого перерыва, тем более мне не получалось долго выехать в течение месяца на нормальную рыбалку. Вот. Ну, на любую рыбалку, скажем так. По причине того же самого здоровья. Вот. И заряд эмоций я сегодня просто получаю шикарный. Поэтому, у кого есть возможность, обязательно съездите, ребят. Ну и, как я вам желал, всем здоровья. Клев чуть поменьше стал. Все-таки уже час. Думаю, еще час-два и надо закругляться. Уже душу отвели, хватит. Карпик поклевывает, но с меньшей, может, интенсивностью. Опа! Опа! О, малышок. Голышок. О, зеркаша. Зеркальненький. Меня очень порадовала эта рыбалка. Я ловлю не один, я ловлю супругу, она просто не хочет сниматься, в кадр попадать. И у нее тоже хорошо, я фидер собрал из удочки. Отлично, тоже ловится, где-то штук 6, она уже поймала, или 7. А карпиков таких же. А они плюс-минус примерно здесь одинаково клюют. Вот, больших нету. А вот эта медная кормушка, которая с Black Red Halibut пельцем. И маленький пельц. И небольшой там 10-15 или десятка. Десятка вроде. Вот. И с небольшим попапиком. Молчат. Молчат, как насадка молчит. И сегодняшний рыбалка меня удивил. Я давно на червя не ловил. Вот червь, кукурузка, либо опарыш, кукурузка ловится. Но червь более предпочтительный. Кукурузку ставлю для того, чтобы отбить мелочь. Как получается. Ну что, ребят, клев продолжается. Я думаю, он здесь потихонечку будет поклевывать постоянно. Вот на спиннинг. Ближе к руслу кидаю. Там взял. Ух ты, ух ты. Ну, вот такой небольшой. Подошел к концу мой рыболовный день. Мы в 7 часов приехали и где-то ловили до 2 сейчас, 2 часа. Ну, вот что удалось поймать. Здесь, естественно, я не один ловил. С женой где-то на штук 7 поймала. Наверное, ну, ориентировочно. Ну, я остальное. Отлично провели леви, отлично половили. Ну, что можно? Приятные эмоции. Поздней осенью половить карпика удается лишь только на фидер. Вот, на животные насадки ловится карпик еще до, наверное, до холодов.
Поэтому буду продолжать еще радовать вас новым видео. Ну а тех, кого получилось, я поймал, и у меня поводок во рту остался, придется собрать, остальных отпустим. Ну что, давайте. Блин, пока. Аж поломал. Блин, зараза. Обидно. Последний не хочет уходить. Ну что, давай. Ну все, ребят, моя рыбалка закончилась. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, пожалуйста. Пишите в комментариях свои эмоции, отзывы, пожелания. Всем до новых встреч. Не хвоста, не чешуи. Ну а я чинить подсак.